ссылочки с сайта AliExpress. Мы будем с вами их вскрывать. Смотреть небольшой обзорчик такой вот. Начнем с этого. Тут у нас стекло для телефона Xiaomi 3D. Стоимость стекла у нас $2.37. Redmi Note 4. Так, смотрим, что нам тут прислали наши друзья с Китая. Так, все хорошо запаковано. Просто супер. Такая вот упаковочка у нас суперская. Ссылка на описание на продавца будет под видео. Так, это у нас такое. Так, две салфеточки. И само стекло. 3D стекло. Такое вот под золотую рамочку. В принципе, больше такого ничего нету. Это мне заказали. Просили. Так, следующий наш. Ссылочка. Это у нас рассылочка приколы. И серии приколов. Будем смотреть, что у нас здесь такое интересное. Сегодня посылочка открывается. Прервемся на большую, на небольшую паузу в основном месте. Так, посылочку я уже скрыл, так как снимаю, рукой снимаю, одной открываю, неудобно. И тут у нас ручки шокера. Беру шокера. Такие вот. Так, все, посылочки ничего больше нету. Стоимость одной ручки у нас, а может и за две, я, наверное, за одну. Стоимость одной ручки 0.68 цента, общая стоимость $1.36. С сайта AliExpress заказывали. Так, откроем, посмотрим, бьет ли на токен или не бьет. Как-то, ух ты, видите, одна пришла у нас бракованная, где-то улетела. Посмотрим вторую ручку. Вторая ручка, что у нас? Вторая ручка у нас целенькая. Что, проверим? А, бьет реально. Реально бьет, знаете. Смотрим. Смотрим. Вот она не работает, эти ручки. Наверное, будем жаловаться на продавца. Она стреляет, но она не кляцает. Интересно. Интересно, либо она может как-то по-другому должна. Вот такие вот пришли мне брачные ручки. Обидно. Заказывал у меня один знакомый. Может, он я что-то не разобрался. Это работает как-то по-другому. Но только бьет. Вот такое вот. Ну, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Кстати, еще продолжение по поводу этой ручки.
исследовав ручку, я обнаружил, що вона все-таки може писати. Здесь вот так вот крутится. Одна рукою, конечно, неудобно. Так вот все прокручивается. Тут так понимается стержень. Но когда двумя руками это видно, и она, вот чудо, она пишет и бьется. И она, я только нажимаю вот на вот эту штучку, я больше нажимать не буду. Довольно-таки неприятно бьет. Вот по второй ручке буду открывать спор, чтобы не ноги хоть половину за ручку. Всем спасибо за внимание. До следующих встреч.